Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам некоторые позиции товаров из 17-го каталога, который я приобрела по распродаже в компании Faberlic, а также некоторые позиции товаров, которые я приобретала по 18-му каталогу. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. У нас в завершении каталога номер 17 4 дня действовала шикарнейшая распродажа, в которой, я думаю, что каждый нашел для себя любимые и необходимые ему товары. А также у нас сейчас действует каталог номер 18, он действует по 18 декабря, и кое-что, некоторые позиции товаров я покажу вам из 18 каталога. Новинки 18 каталога я тоже получила, сняла для вас отдельное видео, не стала все смешивать в отдельном видеоролике, посмотрите это все отдельно. И еще раз хочу напомнить, что каталог номер 18 действует 3 недели по 18 декабря включительно, и новичкам в этом каталоге компания Faberlic на выбор со вторым заказом уже по каталогу номер 19, который будет действовать с 19 декабря, дарит в подарок одну из вот этих палеток, либо лиловые волны, либо зеленые волны. С помощью палетки лиловые волны можно выполнить лиловую, либо коричневую гамму в макияже, с помощью зеленой, зелено-оливковую в оттенках хаки, смотрится очень благородно и очень красиво. Чтобы получить одну из палеток в подарок, вам необходимо пройти регистрацию в компанию Faberlic по ссылке под моими видео. После регистрации вы получаете свой личный кабинет, как в любом интернет-магазине, получаете номер консультанта на смс-сообщение от компании и ключ. То есть пароль от личного кабинета. Заходите и оформляете ваш заказ. После регистрации с вами свяжусь, объясню вам ваши дальнейшие действия. Можете обращаться ко мне в любое удобное время, как по оформлению заказа, так и получить консультацию по продукции компании. Свой первый заказ по каталогу номер 18 вам необходимо оформить на сумму 1500 в цене каталога, минус у вас будет 20% скидка, это будет сумма 1200 плюс сбор за доставку. И обязательно заказ до завершения каталога оплатить. Это обязательное условие для получения палетки в подарок. Со вторым заказом получаете вот такую вот по 19 каталогу вот одну из этих палеток. Ну а теперь давайте смотреть, что же было у меня в заказе. Буду вам показывать то, что попадается под руку, и буду говорить, это по распродаже, а это по выгодной цене из каталога номер 18. Итак, по распродаже я взяла вот такой шикарнейший гель для интимной гигиены серии Луника. Кстати, девчонки, многие и у нас в чате, в группе в Телеграм писали, переживали, куда он пропал, неужели выводят из каталога. Но гель пришел, несмотря на то, что по распродаже свежайший, изготовлен он 15 сентября этого года, поэтому думаю, что серию все-таки не выводят. И здесь потрясающий, очень приятный, очень нежный аромат. Тоже люблю этот гель. У него оптимальный pH 5.0, не содержит СЛС, СЛС и парабенов, и pH указано здесь находится от 4,5 до 5. Также из этой серии я приобрела салфетки для интимной гигиены. Здесь потрясающий, такой же нежный, женственный, очень приятный аромат. Салфетки тоже пришли по распродаже свежайшие 27 октября 2022 года. Поэтому думаю, что раз продукты прям вот недавно выпущены, то, скорее всего, серия у нас остается в каталоге. Также я заказала по выгодной цене по распродаже свою любимую тушь First Class. На нее в каталоге была хорошая цена, но по распродаже там тоже вот рублей на 20, наверное, была она выгоднее, дешевле выходила. Тушь, кстати, тоже пришла свежайшая от февраля 2022 года. Очень приятно, что в распродаже продукты вот были с таким хорошим сроком годности. Также, девчонки, по распродаже, но эта распродажа у нас есть в каталоге, то есть не та, которая была у нас 4 дня, а в каталоге у нас есть отдельный раздел, не забывайте о нем, где тоже представлены по хорошей стоимости товары из разных категорий. Я увидела свою любимую пудру в распродаже, это фиксирующая пудра Skin Sense, очень ее люблю, у меня такая одна есть в запасе, одной я пользуюсь, но на нее срок годности, по-моему, 3 года, хороший, и я решила ее заказать. Пудра изготовлена 31 августа 2021 года, то есть ей больше года, но я думаю, что я использую. Это белая прозрачная пудра с очень приятным пудровым дорогим ароматом, очень ее люблю, вот в Т-зону для меня она просто незаменима.
Пудра шикарнейшая. Думаю, что многие ее видели. Не буду ее распаковывать. Люблю эту пудру, обожаю нежную любовью. Просто увидела в распродаже, побоялась, вдруг ее выведут. А мне этот продукт очень нравится. Ну и по срокам, я думаю, что нормально. Еще попользоваться можно. Также я заказала по 18 каталогу вот такие спонжи. Очень люблю их использовать, и примерно через каталог я их заказываю. Я их не мою, использую, ну и потом выбрасываю, достаю новенький спонж. В распродаже по 17 каталогу были помады гидролипсы. Мне захотелось одну из помад. Сначала добавила красную, но посмотрела свои помады в коллекции, обнаружила, что у меня такой оттенок есть. Потом просмотрела свои свотчи на эту помаду и свотчи девочек также посмотрела. Думаю, возьму, наверное, я тон малиновый. Но вы знаете, он прям такой яркий. Это аромат холодной малины, такой уходящий вот в холодный оттенок. Я уже, если честно, от таких тонов даже отвыкла. В повседневной жизни я больше пользуюсь такими пыльно-розовыми оттенками, в общем, оттенками розовым нюдом, больше тяготеющим к нюду. Но здесь прям вот яркий оттенок, яркий-яркий, такой вот красивый. И сегодня на мне новинка 18 каталога, это новая палетка лиловая замша, 53-87 оттенок. Вот сегодня первый раз попробовала ее в макияже, палетка мне очень понравилась, но это будет все в отдельном видео о новиночках. Так что вот, ну, я думаю, с этой помадой, в принципе, неплохо сочетается, хотя, конечно, оттенок очень-очень яркий, и когда удаляете с губ, пигмента от этого оттенка немного остается, потому что он очень яркий по цвету. Из 18 каталога я взяла еще один крем в серии «Зима», можно на подарки рассматривать, хорошая стоимость, крем великолепный, здесь в составе масла, он прекрасно питает и защищает кожу рук в зимний период времени, и пахнет очень приятно, у него аромат белого шоколада. Также была распродажа, это на сайте, то есть это отдельный раздел, который у нас блоком выделен, и сейчас, кстати, в 18 каталоге этот продукт есть, это очищающая эмульсия для лица с термальной водой, по-моему, в серии Weekend. К сожалению, эту серию выводят из каталога, насколько я поняла, по ответу обратной связи в компании. Очень жаль, конечно, эмульсия шикарная, я ею уже пользовалась. При нанесении на кожу она вот она такая беленькая, полупрозрачная, превращается в такой приятный тоник, и кожа после нее очень мягкая, ухоженная и бархатистая. Люблю эту эмульсию. Но, девчонки, дата выпуска 22.10.2021 год. Если у нас на такие продукты срок годности 18 месяцев, то где-то месяцев 5 осталось до истечения срока годности, поэтому нужно пользоваться сразу. Но здесь и аромат очень приятный, и вот серию Weekend я повторяла, наверное, раза 2 или 3. У нас очень много серий, просто не угонишься за всем, не успеваешь все это на себе использовать. Вообще серия очень хорошая, конечно, жаль, что ее выводят, не знаю по какой причине, но, конечно, жаль. Также я заказала по хорошей цене в каталоге гель для умывания Ботаника. Вы знаете, он бюджетный, но здесь и инулин, и, по-моему, аллантоин в составе есть, и биотин, то есть он еще, по-моему, пребиотиками обогащен. Он будет не только умывать кожу лица, очищать, делать демакияж, но еще и восстанавливать как бы микрофлору кожи. Здесь очень приятный аромат. Аромат здесь гранат, гранат и василек, и гель такой густой, очень-очень хорошо удаляет он с глаз макияж. В общем, гель отличный, цена на него бюджетная. Обращайте внимание, у него и состав великолепный, так же как и тоник из данной серии. По 18 каталогу, по хорошей стоимости, я заказала в серии Биомика свой любимый тоник сыворотка. У него также PH 5.0, нет слез, СЛС, парабенов, гипоаллергенная душка. Обожаю это средство, и как тоник, и как легкая сыворотка перед нанесением любого крема от Faberlic. Он шикарен, мне он очень нравится. Сейчас на всю серию Биомика в 18 каталоге очень хорошая сниженная стоимость. Также я заказала по 18 каталогу порошок стиральный, взяла свою любимую отдушку аромат горной свежести, очень люблю эту отдушку, сейчас в зимний период времени она актуальна. Ну и ложечка, у меня ложечка есть, забыла удалить, она 5 рублей стоит, можете ее удалять из заказа, если у вас есть запасные, можете оставить. В общем, вот такой был мой заказ. Буду я еще делать еще один заказ по 18 каталогу. Обязательно вам покажу. Ну а теперь пока. В общем, до свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале.